В эти весенние дни специалисты краевого учреждения «Приморская база авиационной и наземной охраны и защиты леса» не только ликвидируют лесные и природные пожары на территории региона, но и решают еще одну очень важную задачу – занимаются подготовкой посадочного материала для искусственного лесовосстановления. На территории лесопитомника, расположенного в районе села Ширяевка Михайловского района, лесные пожарные посеяли более 8 тонн семян корейского кедра на площади около 6 гектаров. А когда вот эти деревья, которые еще в виде семян, когда они уже станут лесом? Выращенная семечка, сеянец через 3 года попадает в лес. В лесу при должном уходе сеянцы вырастают в лес уже через 15-20 лет. 25 он может уже начать плодоносить. В дикой природе, если сеянец вырос в природе сам, плодоношение у него начнется через 50 лет после всходов. То есть выращивание лесных культур, оно еще сокращает сроки выращивания именно ценной древесины. В настоящее время в крае действует особый противопожарный режим, и специалисты Приморской авиабазы заняты в первую очередь борьбой с огнем на землях лесного фонда и землях иных категорий. Тем не менее, приморские лесные пожарные нашли время и на посевную. Здесь сейчас работает производственно-технический отдел, приехал, работают сотрудники Уссурийской лесопожарной станции. Потом у нас вчера приезжали ребята с Арсеньевского авиаотделения. То есть у нас, так скажем, откуда есть возможность... Где нет пожаров. Скажем, да, где нет пожаров или есть какое-то количество свободных рук, мы их сюда привлекаем, потому что работы здесь много, люди нужны. Напомним, что в Приморском крае с 2019 года реализуется проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Главная его цель – обеспечение 100% восстановления лесов на выбывающих площадях. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.